Всем привет, дорогие друзья, всем привет, подписчики и зрители моего канала. И вот уже на исходе 2018 год. И должен сказать, 2018 год был таким насыщенным годом. И одно из самых таких приобретений в этом году — это то, что мне наконец-то подключили интернет и появилась возможность стримить. И кто вот следит за моим каналом, знает, в каких условиях я раньше работал. Допустим, я немножко вкратце расскажу вот для новопришедших, что, допустим, в среднем видос весит гиг. И этот гиг я заливал около, 3-4, а иногда и 5 часов, в зависимости, как скорость падала. Вот, прикиньте, 5 часов, возьмем, 3 часа заливается видос, и все, по интернету я уже ничего не могу делать, не лазить, потому что скорость просто нулевая. Но сейчас, конечно, уже появился интернет, стримы могу вести, но стримы пока что не совсем часто получается. В будущем как-то я буду это разруливать все дело. Вот. И самое главное, что видосы начали быстро заливаться, и уже я могу более качественно делать, уже монтаж более хороший делать, и сам качество картинки. Что тоже немножко вот пошел такой некий прогресс. Ну и, конечно, добавилась такая львиная доля подписчиков, чему я очень рад вам, друзья. И одна из тоже таких главных новостей — объявление на официальных серваках WoW Classic. И поэтому 2019 год тоже, он будет тоже такой экшеновый, драйвовый и насыщенный. Warcraft 3 Reforged, который выйдет в конце 2019 года. Но тут тоже такое мнение, Warcraft 3 Reforged уже много раз это говорилось, что Blizzard уже не в состоянии что-то новое. Вот они решили сыграть как-то на старом. Но поживем, увидим. 2019 год будет очень такой интересный. Так что ждем весны и будем уже погружаться в классические сервера. Самое главное, вот это такая новость. Эта новость, конечно, стрясло все комьюнити WoW, как все вот зашебуршали, вот это было видно, кстати. Но, тем не менее, 18-й год уже все на исходе. Уже, может, в некоторых странах там как-то празднуют у кого. Я вас всех, друзья, искренне поздравляю. Хочу, чтобы в новом году, если у вас что-то не получилось в 2018-м, чтобы обязательно получилось в 2019-м, чтобы вы не останавливались, всегда достигали цели. Здоровьем самое главное, потому что здоровье, оно не покупается ни за какие деньги. Так что берегите себя, не гробьте здоровье понапрасну. Желаю всем, кто хочет избавиться от вредных привычек, завязать, все. Если у вас такая есть цель. И новый год, чтобы вот 19-й реальный год стал вашим продвижением. Если опять же вы что-то не сделали в 18-м, вот это очень хочу вам пожелать. Чтобы вы никогда не сдавались и шли только вперед. И помните главный наш девиз: победа или смерть. То есть нам нужны только победы, а без побед нас просто не будет существовать. Здоровья и счастья всем вашим близким, любви вам побольше, материальных благ, естественно, и духовных тоже. Так что еще раз благодарю вас, дорогие друзья, подписчики, зрители, за поддержку, что как-то вот, поддерживайте меня. Это очень тоже, это дает огромные силы мне дальше идти, развиваться. Идей много, но, к сожалению, нету времени, Но, опять же, буду в 2019 году стараться еще больше радовать новым контентом. Повторюсь, впереди идеи очень такие хорошие, интересные проекты. Так что, друзья, берегите себя, самое главное, развивайтесь, не тупите, бейтесь головой об стенку, но становитесь лучше. Ну и еще хочу пожелать вам увлекательно и интересно и креативно провести, провести Старый Новый Год и встретить Старый Новый Год. Какую-то фигню сказал. То есть креативно, интересно провести 2018 и вступить уже с таким вот чувством выполненного долга в 2019 год. И пусть у вас все получается. Всех вам благ. Подписывайтесь на канал. Кто не подписался, будет очень приятно. Также по ссылочкам внизу под видео можете подписаться на мой инстаграм. Там тоже вылаживаются или выкладываются видео, фотки всякие, тоже приколюхи. Я, кстати, в инстаграме подготовил песню про Новый год. Вечерком выйдет. Ну что, друзья, увидимся уже в 2019 году. Спасибо вам.
До новых встреч, Лактарагар! И, конечно, Новый год не обошел стороной Азерот. Во всех столицах установлены огромные красивые елки, украшенные фракционными эмблемами. И любой герой может тут найти себе скромный и милый подарок. Отгремели сражения, и время воспеть подвиг павших героев и почтить их память. За Азерот!